Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки хомяка прародителя, который стал зомби. Начинаем? Включи быстро моментальный задух. А, сейчас все будет готово. Так, это что у нас первое? Ё-моё. Что-то немецкое, я сразу понял. А. Даже колеску какую ты делал. Ешь конфету. А, обязательно? Да. А я ее съесть не могу, мне залагало. А почему ты половина под землей твоя? Это потому что танк лагает. А, ну у тебя не, у меня не прогрузилось просто. Так, ну тут я вижу бомбы, тут масса, они, наверное, отлипаются. Так, о, лучший смайлик. Вот сюда залезай. А, вот, иду. Так, можно я поуправляю? Ой, зря я взял за управление. Что-то он быстрый для немецкого такого большого танка. А, погоди, сделаю по-моему. У него пушка еще другая тоже. Когда ты делаешь первый выстрел, начинает лагать. А потом уже так не будет. Да, не будет так больше. Ой, если бы танк там стоял, то он уже взорвался. Тут еще круглая вот эта, цилиндры везде. Защита тоже есть. Ну и клавиши. На... Лампочки я вижу. Клавишу это, да, фары. На R и T это бомба. R это отлепить, а T это взорвать. Так, понятно. Ну и все, да? Бабах. На E и Q вроде. Да, башня. Башня. Давай его в действии попробуем. Можешь заново загрузить. Да, без проблем. Опять лагать сейчас будет. Ой, ой-ой-ой. Так, а у тебя есть еще какой-нибудь танк? Кто это мне покажет? А, это потом. Загрузится. Сейчас, давай, это загрузится, потом я тебе скажу, что делать. Сейчас залезу. Так, он типа все загрузился? Нет, еще. Не, он еще не загрузился. Так, ну тут еще в декоре много чего есть. Вот тут защита везде, камуфляж, дерево, ну и динамит, защита тоже. А смайлик зачем тут? А, это просто туман. А тут закрыто. Открыть можешь? Так, я сажусь в танк, а ты выходи из танка. Тебе не нужно будет в нем находиться. Вась. Погодь, я застрял. Я застрял. Вылазь. Рассетайся, пока я уезжаю. Да, я выйду. Ладно, там стой. Готовься загрузить следующий танк. Сейчас мы их продублируем. Строить войну. Так, сейчас тут поеду. А, тут хорошо, что вот это есть. Впереди штука. Все, загружай другой танк, который будешь показывать. Ну, если есть еще танки, езжай конечно. Обратно. Езжу уже. Прям все эти камни от переднюю штуку ломаются. Это круто. Пока можешь включить PvP режим. Так. Я тоже включу. Очень важно. Так, все, включил, готов. Я уже возвращаюсь, там следующий танк. И мы, короче, сейчас будем PvP-хаться. Правда, ничего... Ну, ладно. Ничего не буду говорить больше. Просто, короче, стреляй меня. Рикошет, теперь дай я в тебя. А, я пробить не могу, потому что я не могу взорвать собственные блоки. Сейчас, подожди. Прогрузится. Уже сразу минус танк. Хотя бы над запчастями нужно что-то сделать. Сейчас, я тебе покажу еще кое-что. Еще одна фишка. У него в пушке вроде... Короче... Так, выбрасываю динамит и взрываю. У него вроде бы 80 или 75 пушек находится. Ну их реально много. Да, тут сверху кольцо. А, там еще можно было сбоку сидеть. А. Ну и тут защита еще. Что если я сам в себя стрельну? Пробуй. Ну ладно. Так, а можешь загрузить танк повторно, потому что. Ну, его уже тут не посмотришь. Но он тот. От него тут мало чего осталось, просто посмотреть. Так, вот он. А, он на гусеницах еще что ли? Да. Вот это круто. Так, давай, спускай. Ой, не так. О, у него есть гусеницы, это очень круто. В 99 случаях танки строят без гусениц, бьют тобой. Залезай. Так, в 99%. То есть. Так, что теперь делать? Да, гусеницы реально работают, только вот эти пружинки немного мешают. А, пружины, они сделаны, чтобы гусеницы не спадали. Ну ладно, так, получается, он вот так может ехать, у него реально гусеницы работают. Декор тоже есть, немножко кругов, даже башня вращается. Это как это называется танк у японцев? Я не помню. Да. Так, еще что он может? Он может стрелять еще. И это самое его крутое, то, что у него гусеницы есть. Я еще слышу звуки мотора. Башня тоже поворачивается на Е и Q. Ну, я это тоже заметил, вот. А что это у него? Пушка. У него пушка, ну вот этот. Ну, типа, закрыто дуло. А, да, это я просто поленился сделать его нормально. Ну, ладно. Так, слезай с танка. Сейчас я поеду его дублировать. А, что, я же мог его просто вот этим шпателем дубить. Не, я... Ну, мы сейчас другой слот загрузим. Так не получится. Ладно. Тут главное, чтобы гусеницы не повредились вон там. Что они с одного удара могут... Сломать очень легко, сломать очень легко. Ну вот я и говорю, даже один камень может помешать. Так, я попробую осторожно. Так, все, можешь загружать. Так, ну допустим, вот этот маленький танк загружу. Который мы будем сейчас смотреть. Загрузил? Да. Как бы мне сейчас бы гусеницы не повредить.
А я хуже, кажется, поломал. Ну ничего, нормально все. Так, давай, маленький танк спускай, я сейчас к тебе подъеду. Ну, вот этот танк японский будем использовать просто как мишень. Ну, ты понял, наверное, мишень, типа. Понял. Так, стой, стой, стой. Он тоже на гусеницах, что ли? Да. Сейчас я из этого вылезу. Ой, так, я вылезаю. Дай-ка мне это посмотреть. А, у него еще там, у него больше способностей. Тут еще есть звездочка красивая. Вот еще пила на этой стороне есть. Так, на Хью-Е. А, у него, по-моему, не вращается башня, у него вот так делается просто. У него, в принципе, башни нет. Да, у него башни нет, у него вращается вот это. А мне кажется, оно на сервоприводе, да? Да. А он на сервоприводе, не на колесе. Может стрелять. Ну, довольно мощно. И у него тоже есть гусеницы. Вообще круто. Так, сейчас попробую еще раз стрельнуть. Ничего не осталось от того танка. Тоже очень прикольный. А ты сейчас будешь опять танк показывать, да? Да, у меня почти все постройки это танк. Да? У меня так. Есть еще фнаф, который мне лень делать. Вот прям вообще. Ну, ехать он может на гусеницах. Такой мелкий такой убийца, типа. Вообще классно. Мне понравился такой танчик. Маленький на гусеницах. Стой, а у гусениц же должна быть подвеска, как бы. Ну, она должна быть, но я ее не сделал. А кто ее мог сделать? Если у тебя гусеница, то у тебя 100% будет подвеска. Загружай следующий танк тогда. А я сейчас вернусь. Это при колеса это такое себе, знаешь. Да, я понимаю, но тут гусеницы же. Они должны куда-то. Все, загрузил? Нет, подожди. Ой, езжай обратно. Езжаю, короче. Возвращаюсь домой. Попутного маяка. Так, ты там готов? Я сейчас хочу попробовать на стенку заехать, ладно. Не получится, я так понял. А я уже там что-то вижу черное такое. Ты этот танк уже видел? Едем на победе. Ну, то есть победой. С победой возвращаюсь домой. Ой, ты кто такое? Ты что такое? Это танк из игры, танк онлайн. Так, а можно? Я вообще-то приехал сюда, чтобы гусеницы профилить. Я застрял в танке. Опа, нормально. Сейчас попробуем еще другой вариант. Ну, по такому препятствию он может проезжать. Ну, именно по дереву. Я хочу другое проверить. Вот это самая жесткая полоса препятствий. Конфеты. На дороге конфеты. Ну, это тоже оставь. Давай, пробуй заехать. Ну, только то, что мотор неудобно. Потому что мотор управление такое. Ну да, это типа поворачивает не в ту сторону. Да, он едет нормально, вот. А конфетки вообще до него легко. Вон. Тут тоже может заехать. Даже вот так. Все-таки, хоть ты и не делал никакую подвеску, но она тут все равно будет, потому что тут гусеница. Ладно, танк. Раньше он не мог сюда заехать. Ну, ладно. Водитель. Пусть. Так, теперь я хочу посмотреть этот танк, а этот пусть тут лежит, как мишенька будет. А где у него это, вход? Как я сказал, это танк из игры Танк Онлайн. Тут значок Робокса? Да, вот здесь вот под башней его залезть можно. Где? Вот тут? Вот здесь. А, нычка такая, мелкая. Так, может вращаться башня? Башня с пушкой называется Гром, а корпус называется Хонда. А, да-да-да, я танки онлайн видел просто. Я не играл, но я видел, но они... Да, сейчас попробую стрельнуть в этот... Повернувшись ПТ-САУ. Эх, бедный ПТ-САУ. У него тоже гусениц? Не, у него гусениц нету, так что его сюда бессмысленно запускать. Надо уничтожить все эти палки. Сейчас я прозрачность соберу. Нет! Весь вид испорчен. А зачем в этом в российском флаге кирпич? Потому что он ломался просто, когда не было мне кирпича. А можешь заново загрузить? Это так некрасиво просто. Вообще говно вопрос. Так, спусти-ка его. А конфеты зачем? Сейчас это... Чтобы залезть, собственно, вот сюда, в эту мину. Сыря, я конфеты съел. Я застрял. Я нет. А, получается, тут гром и корпус я не разбираюсь. Он очень быстрый вообще. Сейчас проверим его на боеспособность. Злые тыквы напали на мир билтобота. И этот танк должен их уничтожить. Стоп, тыкве не больно. Ну ладно, вы меня не видели. Так, ну он может ехать и все. Все, я напишу. У него управление, как всегда, на Е и Q. Это башня, а F это стрелять. Ну, как обычно бывает. Вот, смотри, тут есть такой мини-машин. Минус машинка. Хорошая машинка была. Ну, гром же. Он как пишет. Ну, поставишь и поставишь. Да, давай. Ай.